достойные традиции. Есть люди, которых помнят, которыми гордятся. Их имена и творчество – часть души, часть истории и гордости этого города. 24 января 1998 года, в дни празднования 150-летия со дня рождения великого живописца Василия Ивановича Сурикова, открылся Дивногорский художественный музей, который на протяжении 17 лет, следуя доброй славной традиции, открывает каждый творческий сезон выставкой дивногорских художников. Дивногорская палитра! Вас приветствует заместитель главы города Дивногорска Константин Сергеевич Чебурашкин. 17 лет уже существует музей. 17 лет проходит выставка Дивногорская палитра. Это достаточно редкое явление, когда в небольшом городе есть собственный музей. И я уверен, что жители Дивногорска благодарны. Ведь белые январские будни с ваших картин видны буйство красок. И именно они напоминают жителям Дивногорска, что за зимой наступит лето. Спасибо вам за это. И от имени главы города хотелось бы вручить картину фонд музея. Самое, всегда говорят, что это вот самый дорогой во всех смыслах и любимая выставка, потому что это наша выставка, Дивногорская палитра, наши авторы, наши художники, и пишут они о любимом городе. Поэтому еще раз вам всем спасибо огромное, потому что каждый год, наблюдая работы, видишь, что авторы готовятся, и есть работы, много работ прошедшего 2014 года. И вот это все в картинах, и это история уже нашего города. Заслуженному художнику России Георгию Васильевичу Кузакову. А дорогие земляки, я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом и с окончанием Сурикова фестиваля. С декабря месяца этот фестиваль стартует на территории города Красноярска. Это проходит очень много выставок и в библиотеках, и в выставочных залах, и в учреждениях культуры, и музыкальная тема искусства проходит одной как бы линии. А в конце января, всегда подводится итог. И вот Дивногорская палитра, которая открывалась также в Суриковские дни, она подводит итог этого, мне так кажется, фестиваля. Художники Красноярского края, Союз художников в декабре месяце как раз своей краевой выставкой открывает этот фестиваль. Но и в этот же день, у нас уже по традиции не первый раз, проходит отчетное собрание Союза художников России. И мы там подводим итоги. Наши дивногорцы участвуют тоже в этих мероприятиях. И вот нынче было очень много наград, в том числе и медали. Вот получил наш дивногорец Федоров Владимир Алексеевич, вот золотую медаль. От Союза художников. Ну и много-много дипломов. Я бы хотел вот то, что мы там все вручали, а вот чуть задержались благодарности от губернатора. И в том числе Никольскому Сергею Владимировичу, члену Красноярской региональной организации, Всероссийской творческой общественной организации Союз художников России, за высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры в Красноярском крае. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! И очень приятно мне находиться сейчас на этой сцене с нашими дорогими, горячо любимыми художниками, нашими творцами, которые так вот украсили наш сегодняшний вечер и своим присутствием, и, конечно же, своими работами, которые еще вот в течение более чем месяца будут украшать наши залы. Мы очень надеемся, что эти залы посетят очень много людей, и не только жители нашего города, учащихся нашей школы и взрослого населения, и также, может быть, гости
Дивногорска, которые приезжают к нам смотреть на нашу природу и, конечно же, посещают и наш замечательный музей. Мне бы хотелось сказать о том, что дивногорская палитра, она всегда приурочена именно к дню рождения нашего музея. Миссия приятная на меня возложена, это поблагодарить наших творцов. Благодарственным письмом муниципального бюджетного учреждения культуры Дивногорский художественный музей за участие в ежегодной отчетной выставке «Дивногорская палитра» награждается заслуженный художник России Георгий Васильевич Кузаков. Сергей Вениаминович Никольский. Благодарственным письмом награждается член Союза художников России Владимир Иванович Набоков. Борис Сергеевич Степанов. Также награждается член Союза художников России Владимир Ефремович Чупченко. Награждается член Союза художников России Татьяна Александровна Крылова. Благодарственным письмом награждается Андрей Геннадьевич Юдин. Ольга Олеговна Федорова. Евгений Михайлович Ежов. Олег Витальевич Богушевский. Валерий Леонидович Комгер. Анна Викторовна Устюжанина. Награждается Андрей Александрович Поздняк. Олеся Сергеевна Горбачева.